Ну что, мальчишки, привет! Привет! Что, будем красить яйца? Пасха завтра у нас. Берите яички, вот берете ложечкой, вот так вот, кладете на ложечку яйцо и опускаете его в этот самый, в краситель. Так, и что, либо получается, как хочешь, если нравится такой, оставляй таким. Или крась еще. Такое. Да, ну все, выкладывай его на салфеточку. А мне можно правый его? Да? У меня там есть вода. Ты такой... есть там вода. Ну, воду слей. Так, вот так вот? Ну, вот так смотри. О. А я не слил воду случайно. Вот так, вот так. Теперь желтый. Теперь синий. Теперь оранжевый. Мне уже нравится. Мне надо немножко. Твой желтый, мой голубой. Вилюш, у тебя какой любимый цвет? Зеленый. У папы зеленый. Да, по-моему, папа. Больше. Эй! Папа делает цветное яйцо. Я тоже хочу. Ага. Угу. Цайк. Окей. Все. Я хочу. Воду выливаем. Яйцо оставляем. Я тоже хочу цветное яйцо. Синяя! Das Ei hat alle Färberei überlebt, aber dann beim Ablegen. Мама, посмотри на это. Совсем цветное. Христос воскрес. Воистину воскрес. Всех с праздником большим, светлым. Мы с мальчишками уже разговелись, едим пасочку. Куча яиц у нас тут, мы скелетик вчера накрасили. Скелетик. Ваньку. И уже праздное. И вас всех тоже с праздником. Да? Да. Да. Вот есть такая шляпа, это салфетка. Мальчишки радуются яйцам своим. Ну, мы всегда использовали вот такую пленочку, да, для покраски я яиц. Я не очень радуюсь, потому что я вообще... Папа сказал, нет, а он... А вот в этом году мы красили красками. Вот такое у нас получилось. Все, яркое, красивое, разноцветное. Только вот это, вон не шахрай. Вадим, можно буквально, видите, сколько мяса? Ну, так получилось у него. Да, Ванька. Так... Мы пришли светить пасочки с Илюшей. Он уже тут стоит, я отходила. Что, Илюшка? Да, он батюшка, видишь, как светит. Сейчас мы посветим, да, нашу корзиночку? Сейчас? Ну, сейчас подойдет к нам. И мы тоже посветим с тобой. Вон во Фроловском колокола, слышишь, как звенят? Илюшка дождаться не может уже, да? Вот уже батюшка рядышком. Сейчас к нам подойдет. За яйца, маму, которые... за меня и за папу. Для церкви, да? Хорошо. Это масипуськи какие. Он тоже светит. Мы всегда раньше ходили рано-рано, да, на рассвете, да. В 5, в 6 утра светить. В этом году мы уже пошли, уже 11 аж часов. Ну, ничего страшного, видишь, еще сколько людей тоже в это время светит. Христос воскрес! Воистину воскрес! Будьте благословенны, не святым будьте здоровы. Во имя Отца и Сына, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Ось веде, попались. Будьте благословенні, святом вас святе. Дякуємо і вас зі святом. Во ім'я Отця і Сина. Ну що, освятили тебе водою святою, укропили? Так, пішли? Так, бери корзиночку нашу, ходімо. Я вся мокра, все обличчя мокре. Маленький.
Ты в метрошки? Який чудовий день сьогодні, так? Сонячно. Так гарно. А там у тебе побіта, Ілюня? Так, так, ми в бабулі в гостях. Так. Бабулі. Розбита? Опа, все. Давай. Вот, теперь я. Давай, Даша, попу. Короче, это попу. Не хочу я попу. Ага, все, попалась. Надо... У кого я еще? Ваня, у тебя? У бабушки не разбилась. Все, бабушка, ты проиграла. Бабушка, да. Бабушка, давай мы с тобой. Мама, мама, да я. У Даши маца. Мама, давай. Нет, давай еще. Ваня. Давай. Давай я теперь тебе. Ага. О, нету мацака. Все. Так, у меня еще, у тебя есть еще что-то? Давай. А у меня еще другая сторона есть. О, Илюха меня квакнул. Он с бабушкой теперь в другую сторону. Мацак у Илюши. Нет, у него чуть-чуть три. Мацак это самая сильная яичка. У бабушки самая сильная. Ну все, Христос воскрес, кушай. Христос воскрес, воистину воскрес. Ты другой день. Давай ты ешь сначала. Ты ж, кто кого? Дед? Ваня сделал. Да, так. Самый сильный. Эй, это я. А ну, Илюха, давай с дедушкой ты теперь. Испугался. Ну давай, оп. Дедуся. О, мацак. Мацак. Дедусю, ты проиграл. Что, треснул, да? Нет. Не, мацак. Мацак. Ты ж хочешь ешь, ты. Дедусю, ты проиграл. Чего? Тебе не можно есть яйце. Так.